Ну и я уверена, что сейчас будет очень-очень громко. Здесь, на трибунах Алина Горностов, которая всегда очень тепло поддерживает всех наших девочек, если сама, конечно, не выступает. Ну, поэтому давайте пожелаем Насте удачи. Ее первый выход на таких серьезных соревнованиях здесь, в Минске, во Дворце гимнастики. Время еще есть для чемпионата мира доработать это обновленное упражнение. Вот сейчас ошибка как раз на наших экранах. Очень-очень жаль, что она случилась, но ничего страшного. Еще впереди у Насти три выступления. И напомню, что спортсменки борются не только за финалы, но и еще за высокое место в многоборье.